Большой новогодний концерт покажет телеканал «Гродно Плюс» 31 декабря. В нем примут участие все коллективы городского отдела культуры. Это совместный проект нашего телерадиовещательного канала и отделов культуры и образования Гродненского горосполкома. Как правило, в новогоднюю ночь транслируются выступления звезд белорусской и российской эстрады. В этом году на «Гродно Плюс» решили показать своих артистов. Запись праздничного концерта длилась около 7 часов. Это сольные выступления, музыкальные и танцевальные, акробатические и инструментальные номера. Все имеющиеся городские коллективы приняли в ней участие, от детских до ветеранских. Всего порядка 40 номеров. Между выступлениями школы Гродно также поздравят горожан с наступающими праздниками. Выбирали, какой номер будет сюда лучше подходить. Усердно подготавливались к этому выступлению, тренировались, разминались, все как надо, чтобы было на уровне, чтобы всем понравилось все. В новогоднюю ночь мы будем смотреть концерт с семьей. Очень многие дети, очень многие коллективы старались, работали для того, чтобы подарить вам праздник, для того, чтобы с ваших лиц никогда не сходили улыбки. Радуйтесь, любите, творите. Счастья вам! В новом году. Увидеть праздничный концерт можно в эфире телеканала «Гродно Плюс» 31 декабря в 22:00. Он продлится около 4 часов. Всех подробностей новогоднего концерта мы не раскрываем.